Бля, у меня один ор АФК, ребята, это плохая. Блин, у меня сейфлейн, ребят. Ну давайте вот так вот делать. Ой, у меня весной веник. Ему не понравился мой ФП-морфа. Блять, я угораю нереально, я не знаю вообще. Эти вот один или АФК, блядь, такие, сука, смешные, блядь. Дети. I mean, bro, just play a game, hello, relaxe. It's not pack fault that idiot just go jungle on Vayna, hello, with Midas. Изи, Клеп. Бля, ну что-то пуш базы прям выдает. Лютой такой, базочки. Сосать, раки! Пуш эту карточку в соло. Пуш просто расстрахивает. Пуш просто базу выдает all game. Че, давай пуш время выдать базы. А, у тебя ульта есть? Особи, блин. Не, ну пудж база, ну пудж просто, ну, папочка на пудже реально играет. Гага. Ну почему я так ТП неприятно сбили, ёб твою мать. Чё, я умру, да? Ой, боже, почему ебать ТП сбили, блядь, с фрифарма, ещё и убили потом, когда я начал тролля просто бить. Боже, какой тильт, я на таком фри фарме. Это просто, блядь. В таком фри был, просто нереально. Просто весь тем фрибал сейчас. Не, ну у меня все равно все загуд. Было бы вообще все прям. Ой. Why? Мне даже не дали нажать ничего. Это вроде был просто какой-то ебучий кол снап. Я просто... Блин, капец, квизлые люди, отстаньте от меня. Злые квизлят, всех флеймит, блядь. Ребят, расслабьтесь. На пуч все еще соло. На такого пуджа можно реально положиться.
О май гад. Блять, ну я... Ну, блять! Ну я не... У меня нет в голове, что он его хукать будет под Аегис. А я всех замутил, потому что они токсики, блять. Кто виноват? Все понемногу, блять. Не знаю, если бы там был хук по тавер, это было бы просто вин. Сразу же. Как бы. Потому что что? Потому что я стал прям перед ним, блядь. Батом Гирик, конечно, такой парень заряженный. На ГГ. Там и чел этот под сатаником, там эта вся шляпа, блядь. Ой. Ой, что-то я не туда, ребят, меня вывернул. Сука, у меня после анимации, типа, старый вейв нажался, блядь. Ой, боже мой. Блядь, эти чел, на самом деле, все очень плотно сделали, они его хуктули, потом вытянули сюда, дали РП, а он просто, типа, под паладином. Он же может, даже шатаник не нажал, если я не ошибаюсь. Он же просто, типа, просто стоял хилился нереально. Потому что у меня фляй, типа, есть. Я тоже что-то не понял, я нажал вроде вейв назад, и меня вывернуло вперед, но я не знаю, вряд ли дота забагалась, наверное, все-таки я что-то мискликнул. Все-таки. Вау. Мы его перебили, Only to heroes. Блять, да нет. Сука. Ноль помощи. Ебать, приколы происходят. ТП нажал. Бля, проебали.
Блин, у него шарда нет. Где-то я хуй сыграл, где-то тиммейты хуй сыграли, ничего страшного. Я, в принципе, на доволен играю. Ребята злые в доту играют, идите там, я не знаю, отдохните, заходите. Заходите потом, ребята, обратно. Эти вот деденсайды постоянные, блядь. Это на самом деле даже не деденсайды, это просто люди больные на голову. Сидят там, что-то не так, там все сам. Я лес там, я АФК, я руиней там и так далее. Этих шизиков терпеть как бы сил не особо много.